Всем доброго дня! Сегодня готовлю капустно-витаминный салат. Он очень вкусен и полон витаминов, которые нам так необходимы в прохладное время года. Готовится салат очень быстро, буквально за несколько минут, и из самых простых ингредиентов, которые всегда найдутся у любой хозяйки. С подробным рецептом вы сможете ознакомиться в начале видео и в описании под данным видео. Приготовление салата начинаю с капусты. Ножом мелко шинкую киргизскую капусту. Затем натираю морковь на крупной терке. Лук нарезаю тонкими полукольцами. И зелень мелко рублю ножом. В салат можно добавить любую зелень, которая вам нравится. Самым последним натираю яблоко на крупной терке, чтобы оно не потемнело. Вот и все. Продукты готовы и можно собирать салат. В глубокую миску перекладываю капусту, морковь и лук. Слегка мну их руками. Затем к ним добавляю натертое яблоко, зелень, сахар, соль, вливаю лимонный сок и приправляю все маслом. Масло можно взять любое. Я использую подсолнечное, но можно взять и оливковое. Перемешиваю все ингредиенты, пробую на вкус и при необходимости вкус салата можно довести специями. Салату обязательно нужно дать постоять 5-7 минут, чтобы он пропитался всеми вкусами. После чего салат перекладываю в салатник и подаю к столу. Всем приятного аппетита! Как я и говорила, буквально за несколько минут капустный витаминный салат готов. Вкусный, сочный и полон витамин. Такой салат можно готовить хоть каждый день. Да и к любому семейному торжеству его можно смело подать к столу. Приготовьте такой салат, если рецепт вам понравился. Поделитесь рецептом с друзьями. А я благодарю всех за просмотр и поддержку. Для меня она очень важна. Готовьте с хорошим настроением, вкусных вам блюд и приятного аппетита!